Франция заморозила активы Банка России на сумму более 22 миллиардов евро в рамках санкций после вторжения на Украину. Об этом объявил французский министр экономики и финансов Брюно Ле Мэр. Речь идет о средствах, которые, по оценкам ЦБ, в середине февраля составляли около 4% от золотовалютных резервов России. Ранее глава российского Минфина Антон Силуанов сообщал, что из-за санкций заблокирована по меньшей мере половина международных резервов страны. Он объяснял, что эти средства хранились за рубежом для оплаты контрактов в валюте, а заморозку счетов министр считает, по сути, невыполнением обязательств и дефолтом со стороны стран-эмитентов. Вместе со счетами российского Центробанка Франция заморозила активы и недвижимость россиян-фигурантов санкционных списков. Их стоимость Брюно Ле Мэр оценил в 850 миллионов евро. С начала марта такие меры приняли и другие страны ЕС. Под арестом оказались, в частности, виллы и яхты миллиардеров и некоторых сотрудников СМИ. В воскресенье свои санкции против Москвы расширила Австралия. Правительство наложило немедленный запрет на экспорт из Австралии в Россию алюминия, алюминиевой руды, в том числе боксита. Это ограничит возможности производства алюминия, который имеет критическое значение для российского экспорта. Отмечается, что поставки из Австралии обеспечивали до 20% российского алюминиевого производства. Одновременно Канберра обещает увеличить объемы военной и гуманитарной помощи Украине.